Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня просят снять видео про грант «Начинающий фермер». И я уже снимал эти видео про гранты и много раз про это все рассказывал, про все нюансы. Но подписчики прибавляются, и все равно вопросы возникают. И вот, ну, сниму видео уж, кто видел, кто смотрел, кто все знает, не обессудьте, как бы, пропустите это видео, да и все. Значит, смотрите, у нас есть такая форма господдержки, как грантовая поддержка. Это одна из основных форм господдержки, которая, ну, как бы считается для поддержки начала развития хозяйств в сельской местности, чтобы люди начинали заниматься сельским хозяйством. На самом деле, если этот грант называется «Начинающий фермер» или «Агростартап», сейчас называется «Агростартап», то на самом деле это не совсем так, потому что, как правило, гранты такие дают «Агростартап» тем, кто уже реально уже не первый день и не первый год даже работает в сельском хозяйстве, и назвать такого человека начинающим, как бы, фермером, ну, не совсем правильно. Почему? Потому что создается точка роста в сельском хозяйстве, и вот для этой точки роста, для поддержки этой точки роста и даются эти гранты. Значит, мое глубокое убеждение, да и в Министерстве сельского хозяйства России и регионов уже давно поняли, что гранты нужно давать тем, кто уже из себя что-то представляет. То есть просто человеку, который говорит: я хочу заняться сельским хозяйством, я куплю себе землю, я куплю себе трактор, я начну там что-то выращивать, гранты уже не дают. Как правило, дают гранты тем, кто уже начал работу, у кого есть сбыт продукции, и именно предпочтение дается именно таким хозяйствам. Для того, чтобы получить этот грант, ну, в чем суть гранта вообще? Ну, тебе даются деньги, которые тратятся в соответствии с бизнес-планом, и четко в соответствии с бизнес-планом. Ты не можешь эти деньги потратить на что-то другое, на свое усмотрение. Нет, ты написал в бизнес-плане, что ты планируешь купить трактор, все, должен купить трактор. Написал, что ты должен купить нетелей мясной породы, купи нетелей мясной породы, молочной породы, молочной породы и так далее. Значит, нельзя этим грантом делать предоплату за товары, то есть надо оплачивать фактически товары, которые уже поступили в хозяйство. Это значит, надо договариваться с поставщиками именно так. Деньги эти выдаются, и распоряжение ими происходит под подтверждение, которое дает Министерство сельского хозяйства. Ну, то есть это непростая история. Не думайте, что вам просто вот сейчас дадут деньги и все, и вы побежали. Нет. Мало того, что деньги эти даются с обязательным софинансированием со стороны грантополучателя, то есть грантополучатель должен внести в случае агростартапа 10% собственных денег. И они должны быть не просто там как обязательство, нет, они должны быть на счету. У вас должно быть на счету 10% собственных денег. То есть если сейчас агростартап, там, например, грант составляет там 5 миллионов, по-моему, на растениеводство, на животноводство 7 миллионов, то из этих денег, например, 7 миллионов, значит, 700 тысяч вы должны иметь своих денег. Или там 5 миллионов, 500 тысяч своих денег должно быть у вас в наличии для софинансирования получения гранта. То есть каждой покупке, которую вы делаете, вот вы делаете покупку, например, на 100 тысяч какую-то, ну что-то там вы на 100 тысяч покупаете, или на миллион, то, значит, вы должны при 100 тысячах дать 10 тысяч своих, при миллионе должны дать 100 тысяч своих денег и купить вот эту покупку в таком пропорции софинансирования. Значит, агростартап грант предполагает финансирование не только самого грантополучателя, но и кооператива, в котором он состоит. То есть, как бы, вот эти деньги, часть денег дается для того, чтобы внести в неделимый фонд кооператива. Ну, то есть,
тогда таким образом закрепляется грантополучатель за каким-то кооперативом, и таким образом ему как бы получается вроде бы как легче работать. На самом деле, если это реально работающий кооператив, таких я в нашей области видел практически на уровне ноль. Они, может быть, и есть, но реально работающих, хороших кооперативов я не видел. Вот. В других областях, я знаю, это более прогрессивно развивается. Вот. Но и вот такие взносы, ну, помогают и кооперативу, и человеку. Как бы. Значит, следующий момент. Грант безвозмездная помощь, и его возвращать не нужно, но есть такой нюанс. Когда вы берете грант, у вас появляются обязательства, которые вы должны выполнять. Обязательства связанные, первое, с наемом людей. Сейчас на каждое, по-моему, 3 миллиона гранта нужно нанять одного человека. Если я не ошибаюсь. Вообще, все условия гранта, получения гранта, читайте непосредственно в первоисточнике, в постановлении, которое определяет выдачу этого гранта. Оно на сайтах Министерства сельского хозяйства всех регионов выставляется, эти постановления. Значит, но я расскажу сейчас об общих проблемах, общих вопросах. Как бы. Так вот, грант возвращать не нужно, но нужно выполнять обязательства по исполнению того бизнес-плана, который ты там себе заложил. То есть ты заложил, что у тебя каждый год идет прирост поголовья, там, например, на 10 или там, 12 голов. Все, вот это должно быть выполнено. Идет увеличение надоев, общих надоев стада, тоже должно быть выполнено. Там идет увеличение зернового прироста, ну, то есть вы больше должны каждый год, у вас каждый год, короче, должен быть прогресс на протяжении 5 лет на срок работы по гранту. Это первое. Второе, ну, я сказал уже, наем людей. Третье, это сдача отчетности, то есть вся отчетность, которая предусмотрена соглашением о получении гранта, должна сдаваться. Ну, отчетность там, она не такая сложная, но она, ну, дотошная. Там просто надо вписывать в таблицу вот эти все цифры своего производства, цифры поголовья, цифры продукции, которую вы произвели разнообразной. И вот это все сдавать Министерство сельского хозяйства, там под роспись. И вот это тоже обязательно надо выполнять. Ну, в принципе, вот... ну, естественно, надо оставаться сельхозтоваропроизводителем. Есть одна проблема еще, что грант дается только лицам, постоянно проживающим, это значит зарегистрированным, на сельской территории, в которой вы получаете грант. То есть вы должны быть зарегистрированы на сельской территории. Там еще есть обязательство или быть зарегистрированным не больше одного года, или в течение месяца зарегистрироваться в виде крестьянско-фермерского хозяйства на территории, на которой вы получаете грант. Ну, а естественно, вы не можете зарегистрировать КФХ по месту там, где вы не прописаны. Поэтому фактически нужно быть прописанным на той сельской территории, на которой вы будете получать грант. То есть, если вы получаете грант, например, в каком-то там, ну, в Ясногорском районе Тульской области, значит, вы должны быть прописаны в Ясногорском районе Тульской области. И таким образом люди закрепляются за землей, на которой будут производить реализацию гранта. Стоит ли брать вообще грант? Вот такой вопрос задают люди многие. Я считаю, конечно, стоит. Но почему? Потому что, ну, мы считали по тем расходам, которые мы должны нести. Там же вы не просто нанимаете человека на работу по обязательствам. Вы должны за него платить страховые взносы, зарплату, НДФЛ с этой зарплаты. Вот больше всего отчетности появляется как раз не по гранту самому, а по вот этой отчетности за нанятых людей. Нанятыми людьми могут быть и члены вашей семьи, но это не меняет сути по отчетности и по всем вопросам. Так вот, если посчитать все страховые взносы, которые надо платить за нанятых людей, и НДФЛ, даже при назначении минимальной заработной платы,
которая определена в регионах, ну, там, посмотрите, она есть, там, 15 тысяч рублей, там, такая где-то она примерно. Вот, вы можете, меньше платить нельзя по закону. Значит, даже при таких вариантах получается, что грант выдается, вы потратите примерно 6% годовых, от 4 до 6, по-моему, я считал, процентов годовых на сумму гранта. То есть считайте, что этот грант вам дан под вот такой процент. Вот. То есть это не без, все равно не бесплатные деньги, если так сугубо рассчитать. Значит, но брать его надо почему? Потому что все равно это дешевле коммерческого кредита. Вот. Но опять-таки он в какой-то степени более ответственен, чем кредит. Смотрите. Вот если вы берете кредит и начали его платить, а потом не смогли платить, что вам остается? Вы должны вернуть незаплаченную часть кредита. У вас такое обязательство появляется, правильно? А здесь, если вы не выполняете условия, которые вы взяли на себя, обязательства, которые вы взяли на себя при получении гранта, вы должны вернуть весь грант. И независимо от того, что вы купили на это трактор, на эти деньги, а он уже не стоит столько денег, это никого не волнует. Вот взяли вы, вот должны эту сумму вернуть. И если вы не будете возвращать эту сумму, то с вас ее взыщут через суд, с вас ее взыщут через уголовные дела и так далее. То есть это вещь серьезная. Надо понимать, вы касаетесь государственных денег и входите вот в этот оборот. Это не просто деньги. Вам кажется, что это там, вот там что там, такая небольшая сумма. Нет, за каждую государственную копейку ответственность очень серьезная. Поэтому и тех людей, которые вам будут давать грант, будут драть и требовать, и вас будут драть и требовать. Поэтому вот это держите в голове, что просто так не получится. Значит, какие бывают хитрые схемы при получении грантов? Вот тоже это надо учитывать, понимать, что это вы не гении, которые изобрели какую-то хитрую схему, по которой вы хотите обмануть государство. Эти все схемы давно понятны, раскрыты, и уже наверняка есть люди, которые привлечены к ответственности за это. Значит, ну, часто распространенный такой вариант, это когда люди планируют, например, купить какую-то технику, денег нет, но есть какая-то своя старая техника. Они получают грант под эту старую технику, ну, как бы пишут, что у них это есть, вот, потом ее продают, ну, и грантовскими деньгами замещают эту старую технику. Ну, в принципе, таких обязательств нет, чтобы запретить вам это делать. То есть это нельзя сказать, что это мошенническая схема. Ну, эта схема нормальна, потому что все равно вы обновляете технику при помощи гранта. Значит, в принципе, хозяйство работает. За что многие пострадали, это за получение гранта на стройку. То есть строители, как правило, не могут строить, у них нет таких ресурсов, чтобы они могли строить за счет своих денег. А получается, что грантом нельзя делать предоплату, следовательно, вы должны уже построить объект, и потом вам за него заплатят деньги. Ну, где вы видели строителей, которые могут вложиться в какой-то ангар за счет своих денег, построить его, сдать его комиссии и подписать акты выполненных работ, а потом только получить деньги от государства. Ну, это редкость, так, чтобы вы могли так сделать. Следовательно, стройка идет обычно, вернее, обычно так стараются люди перехитрить государство, подписывают акты выполненных работ, якобы объект уже построен, и несут его на получение денег, под этот акт им выдают деньги, они перечисляют его строителям, и строители только начинают строить. Но в это время, как всегда, приезжает комиссия, проверяет, что объекта реально нет, и привлекают к ответственности того лицо, которое получало таким образом грант и деньги, и подписывало фиктивный акт выполненных работ. Понимаете, да? То есть очень все просто. Есть еще схемы, при которых человек, ну, реально, например, он может реально хочет работать, берет грантовские деньги, но назначает на грантополучателей своих знакомых, там людей, которых он хочет вокруг себя объединить там. И получается, что реально деньги получает вот этот один человек, а
ну, вместо него операторами получения этих денег становятся вообще посторонние люди. Ну, то есть идут сразу, например, там 5 человек или 10 человек и получают гранты для этого человека. Реально отдают деньги этому человеку. Ну, такие тоже схемы обмана очень легко вскрываются. И их, ну, почему это обман? Потому что государство дает деньги для развития точек роста, для того, чтобы развивалось село, чтобы люди занимались сельским хозяйством, а не просто вот таким образом отмывали деньги. Как бы. Вот это вот надо понимать и, ну, держать в голове. Значит, еще есть вариант, когда люди банально просто берут грант, покупают технику, а потом ее продают. Ну, это вообще запрещено. Техника должна быть как минимум на весь срок гранта использоваться в хозяйстве. Вот у нас, вот видите, вот этот трактор, он куплен на грант. Значит, он стоил, я уже не помню точно. Ну, короче, нам он обошелся, около 2 миллионов. Мы заплатили своих 180 тысяч. Вот мы сейчас имеем этот трактор. Ну, конечно, мы выполняем все обязательства по гранту. Значит, вот они покупают таким образом технику, а потом ее продают. Комиссия приходит, обнаруживает, что той техники, которая за грант должна быть куплена, нет. И, естественно, человека привлекают к ответственности. И обязывают вернуть весь грант. Вот это самое главное, самое проблемное, чтобы вы понимали. Так, самое неприятное, когда люди, когда берут грант, считают, и вот это я считаю вообще самая большая ошибка, не допускать ее никогда. Не думайте, что именно грант вам создаст, как бы, я не знаю, но то, за счет чего вы хотите создать свое вообще хозяйство. То есть вот у вас есть своих там накопленных 1 000 000 рублей, вы хотите получить еще 7 миллионов рублей, и все, и у вас будет все в шоколаде. Не будет такого, поверьте мне, не будет. Вы должны, самое главное, не 1 000 000 рублей, который у вас есть, а наличие налаженной системы производства и сбыта продукции. Если это не налажено, то какой бы грант вы ни получили, закончится это все плачевно, понимаете? Вот. Конечно, на горизонте 5 лет планировать свои все дела, планы, расходы, здоровье, в конце концов, тоже нельзя. Ну, вернее, а что делать? Такие условия, понимаете? Что вы должны планировать. Поэтому фактически надо вот стараться, ну, делать это максимально, ну, так, гибко, грубо говоря. Ну и понимать, что вы все-таки на 5 лет. Сколько в жизни человека сроков по 5 лет? Не так много. Вот. Вы должны быть вот в этом деле, заниматься и планировать именно это дело. Вот. Вы сегодня, вам нравятся коровки, вы там что-то, у вас все хорошо, вот, настроение хорошее, вам коровки нравятся. А через один год, когда вы повозитесь с ними, вы поймете, что нет, коровки вам уже не нравятся. Вот. А бросить нельзя. Вы должны 5 лет тянуть этот грант. Мы знаем вот с Аленой многих людей, которые брали гранты и потом плевались. Вот этот грант, я должна еще тащить его 2 года и так далее. Я уже устала. Вот таких слов много. Вот. Когда люди начинают с одними мыслями, а заканчивают с другими. Поэтому вы вот тут надо себя четко определить в этом вопросе. Надо это вам или не надо? Не путайте наличие или отсутствие денег и ваша потребность в деньгах с тем, что вы берете деньги у государства. Это, ну, вопрос серьезный. Ну, например, вы купили трактор на кредитные деньги. Ну, что у вас сделают? У вас, в конце концов, банк заберет трактор, продаст его на аукционе, выручит деньги и погасит частично за вас этот кредит. Правильно? А остальные деньги, что там разница цены, вы будете должны банку продолжать платить. Вот. Здесь совсем другая история. Что-то вы нарушили, вы возвращаете весь грант. Вот это вы должны помнить. Вот как ответственность. Но я вас не пугаю. Я наоборот хочу сказать, хочу вас настроить на более осмысленное отношение при получении гранта. Значит, нет никаких юридических ограничений на получение гранта разными членами семьи. То есть может грант получить
муж, потом может получить жена, может получить сын. Таких ограничений нет. Кроме одного, ну, как бы оно есть, оно формально так прямо не прописано, то, что должны создаваться, ну, как бы хозяйства. Если это живет семья и вместе работает, то это все-таки создаются направления деятельности, но не хозяйство, потому что хозяйство и так остается одно. Вот в этом смысле это не совсем правильно. Но законом не запрещено, поэтому без проблем. То есть может там муж получить грант на животноводство мясное, жена там на молочное, сын, например, на растениеводство. Это не запрещено. Но опять-таки должны быть распределены все ресурсы между вот этими грантополучателями, которые являются членами семьи. Ну, то есть, например, кусок земли должен быть один на мужа, второй на жене, третий на сыне, там, и так далее, на дочке. Вот. Так теперь к получению грантов. Многие считают, и я знаю на Кавказе, там особенно в Адыгее, там, ну, у многих мнение такое, что гранты выдают только по блату, знакомым, друзьям, за взятки и так далее. Я не буду судить людей, я не знаю и не хотел бы это делать. Это дело правоохранительных органов. Но я могу судить по нашей области, что в нашей области, в Тульской области, гранты выдаются ну, максимально реально по объективным параметрам. То есть я не слышал никого, чтобы кто-то давал взятки за то, чтобы ему дали грант. Вообще и близко такого нет. Реально у нас этого нет. За это я могу поручиться, и поэтому как бы я объективно говорю. Есть другая проблема, есть, что бывают гранты дают тем, кому не надо было давать гранты. То есть комиссия оценила неправильно людей, как бы, а вот гранты дали. Вот это может быть такое. Ну там типа пчеловод приходит, говорит, вот у меня есть сейчас 30 ульев, я сейчас получу грант, разовьюсь, у меня будет много ульев там и так далее. Когда задаешь вопрос пчеловоду, подожди, ты должен нанять людей, ты должен их кормить не только тогда, когда у тебя есть мед, а круглый год ты должен кормить людей, зарплату платить и взносы страховые платить. А как ты будешь действовать, когда у тебя, не дай бог, клещ съест этих всех пчел, побьет, и весной у тебя ни одной пчелы не будет? Как ты будешь выкручиваться, как ты будешь выполнять обязательства по гранту? Ну вот такие вещи пропускать, конечно, нельзя. Или там, когда человек берет грант на выращивание там голубики какой-то, которая тоже требует кучу всего, или там грант берут на развитие там того же ягодного хозяйства, а ну, взял ты деньги на ягодное хозяйство, а людей на сбор ягод, а комбайн у тебя есть. Ну, даже нельзя, нет смысла давать грант, когда видишь, что человек, ну, не подготовлен к этому. Ну, например, есть там район какой-то, а там нет людей, работников нет просто, рабочей силы, чтобы эти ягоды собрать. Ну, как человек будет выкручиваться? Вот, он вам скажет, да, я найму там людей, я найму там мигрантов трудовых, там, я там то-то, сё-то. Да? Ну, наймешь или не наймешь, а обязательства выполнять надо, понимаете? Поэтому вот такой вопрос очень серьезный. Так вот, чтобы реально, чтобы получить грант, создается таблица, в которой есть критерии. Ну, то есть, например, наличие техники, личной техники в собственности. Тебе даются за это столько-то баллов. Наличие земли в собственности столько-то баллов. В аренде столько-то баллов. Наличие животных, наличие сельхозобразования, наличие заключенных договоров на сбыт продукции. Вот это все, что я сейчас говорю, дает вам баллы. И вот если вы наберете количество баллов, которое вам достаточно для получения, ну, для получения максимального количества из общего количества баллов, тогда ваши шансы получить грант резко увеличиваются. Если же у вас, вы прикидываете, смотрите, что там у меня мало будет, там мало, то знайте, что в области вашей найдутся люди, у которых будет баллов больше. И они ваше место займут, и этот грант получат они скорее, чем вы. Вот и все. Вот как объективно продумана система выдачи грантов.
Ну, у нас еще практиковали в области приезд в хозяйство комиссии с общественным советом фермеров при Министерстве сельского хозяйства. Представители министерства приезжают в хозяйство и смотрят, куда, в какое хозяйство будет выдаваться грант. Вот это есть. Ну и проверки наличия техники, скота. У нас фотографировали каждую корову, технику фотографировали, приезжали. Тоже проводятся периодически во время исполнения обязательств по гранту. Ну, вот так вот, короче. Если поэтому грант это, в принципе, хорошо. Ну, во-первых, это ответственно, во-вторых, это серьезно, и это не шуточки. И, в-третьих, нельзя надеяться на грант, как на то, что вас поднимет с нуля, как бы. Вот, я сказал бы, что больше вам поможет то, что перед получением гранта вы просто работали, уже продавали сельхозпродукцию. Вот это вам поможет, реально. А то, что вам дадут денег, не поможет. Деньги, которые вам дадут на гранты, которые вы потратите на технику, они вам только закрепят, только улучшат ваше положение. Ну, понимаете, вот как сказать, трактор вот этот, мы получили его по гранту, да? Скажите, как он нам повлиял на нашу производительность? Да никак, он просто помог чуть-чуть. Он не стоял в основе нашего хозяйства, он не стоял в основе продажи молока. Он помогал. Почему? Потому что у нас были другие трактора. Вот, которые были до гранта, вот эти трактора, были до гранта еще. И поэтому, как бы, мы на эти деньги надеялись только как на то, чтобы улучшить хозяйство, улучшить крепче, чтобы хозяйство стояло на ногах. Вот такими мыслями вы должны подходить к этому. Ну, то есть, грубо говоря, если вы вложили в свое хозяйство 30 миллионов, то в грантовская поддержка там в районе 7 миллионов вам будет неплохой, как бы, понимаете? Особенно если она вовремя. Ну вот у нас получалось так, что мы брали грант, у нас все деньги потратили, которые были у нас выручены с продажи квартиры, построили молочное направление, молочный блок, все-все-все закупили, а на коров денег нет. И вот грант, вот эти там 3 миллиона тогда был грант, как раз пошли на то, что мы купили коров и купили вот этот трактор, например. Вот это было хорошо и в масти правильно. Все пошло в работу, как бы. Но своих денег было потрачено намного больше. Мы потратили, например, на то, чтобы молочное направление организовать своих 8 миллионов, а грант получили 3 миллиона, понимаете? То есть, как бы, нельзя так сказать, что это вот, ну... А вообще, например, чтобы организовать хозяйство, мы потратили, например, там, я даже точно не знаю, мы их не считали и не хотим считать эти деньги. Ну, там пусть 60-70 миллионов, а гранты общие получили я и моя жена 6 миллионов. Ну, вы понимаете, суммы несоразмерные. То есть реально гранты для нас были, и мы, ну, как бы понимаем, что мы их просто правильно потратили, хорошо использовали, и они нам были в помощь, в хорошую помощь, как бы. Вот и все. Вот так я вам желаю. Желаю быть с головой. Рассуждайте, думайте, нужно вам это или не нужно. Не спешите осуждать кого-то. Там по... Я видел, как люди выходили из комнаты получения грантов и говорили, да тут все куплено. Не спешите так говорить, подумайте. Может быть, что-то у вас не так, прежде всего. А потом только осуждайте. Вот, поэтому, как бы, тоже и гранты получить непросто, и отчитываться надо, и работать надо, и, как бы, все время держать в голове, что ты на 5 лет должен держать взятые на себя обязательства. Не знаю, может, я много повторился, но в предыдущих видео, но надеюсь, это вот именно сейчас идет период получения грантов, может, он уже даже прошел, я вам рассказал о главных моментах, которые связаны с этим. Кто решится получать грант и уже полностью определился, открывайте постановление, которое определяет грант в вашей области, и читайте дословно, дотошно каждую буковку и смотрите, как это все реализовать. Ну, там, как вот, что такое сельхозобразование? Можно пройти курсы начинающих фермеров, которые есть при сельхозколледжах обычно.
Вот, будет какой-то вам уже плюсик. Сельхозобразование высшее, которое у вас бы было там, ну, это надо обучаться в сельхозинституте, как бы. Вот, так что это такие вещи. Ну, а все остальные там вещи понятные. Договоры аренды техники, договоры должны быть зарегистрированы, аренды земли, потому что это недвижимость, и на весь срок гранта, на все 5 лет. Ну, короче, такие все там нюансы. Если у кого-то есть вопросы, можете мне позвонить. Но я думаю, вы и так разберетесь. Там ничего сложного нет. Ну все, всего всем доброго. До свидания.